город Уральск. Вот это новая постройка. Высокое такое здание. Место называется проспект Сырымадат-Улы. Ну, это такой повстанец, руководитель повстанческого движения. Его честь названа. Новая. Там Новый Уральск в той стороне. А там за проезжей частью последние дома советской эпохи. Раньше это была окраина города Уральска. Сейчас в той стороне формируется новый центр. Молоденькие каргачи тут растут. Здесь только строится все. Да, это здание еще не закончено, только стройка идет. Сейчас получил название проспект Сырымадат-Улы. Сырымадатов — это руководитель повстанческого движения. Можно смело отнести это место к Новому Уральску. Там, да, та сторона, той же части, это еще советские постройки, последние.